здесь, как говорится, никому не нужно, мне кажется. Так, еще что? Ну, вообще, вот сейчас что происходит? Боевики на нас валят, мы на них, а город разрушается, да? Жители мирные, которых ты охраняешь вот в этом доме, что говорят вообще? Что они говорят? Ну, что, опять город придется восстанавливать. Еще? Много средств. Еще? Да и так уже погибло много народа. Ну, они вообще как вот осуждают нас, боевиков? Ну, вообще, что говорят? Они всех осуждают, и нас, и боевиков. Ну, понятно. Мы разваливаем, те тоже способствуют этому. А еще что? Ну, а твои, как твоя вот какая точка зрения? Моя? Угу. Ну, даже не знаю. Ты просто скажи своими словами, да и все. Просто скажи, как? Ну, как ты думаешь? Нужно это все, не нужно? Вот это вот, ну, конечно. Кому нужно? Понятно. Ну, ладно. Давай, передай какой-нибудь привет, потом на себя будешь смотреть. Ну ладно, да. Это вид Ленинского района. С крыши зеленого дома. С улицы Кабардинской. Вот это впереди было 12-этажное здание. Оттуда работает постоянно снайпер. Сколько его не долбят, все равно где-то есть. Да, он сидит где-то. В этом здании тоже. Это только рядом, ну. Сюда часто щелкает, нет? Сюда? На крышу. Или не поднимался? Нет, я здесь первый раз. Тут что-то танкисты делают. Метет свой танк, ты смотри-ка. Убирается. Устроились уже. Везде командующего. Вероятным, что вообще введение основной задачей очистить. Нет, это уже потом. Значит, мы должны были грузиться, но подготовиться и должны были выполнить любую, значит, задачу. То есть мы пришли в Ханкалу на погрузку, я так понял, да? Сначала она скинули светкой боя через Иркунную. Она скинули бой. Дембельский аккорд называется. Дембельский аккорд. Значит, прибыли. Люди ждали подходки. Но мы уже были в резерве командующего. В резерве командующего еще когда стояли под древо стояли. Под моим дубом и ключевы. Прибыли, значит. Получили задачу совершить марш. Город Грозный. Центр Грозного. Значит, вот этот стадион. К Белому дому. Где-то километр стадион. Понятно. Президентский дворец. Вот. ОМОН запертый там где-то взял. Штурмовые отряды, три штурмовые группы. Командиры батальонов, командиры штурмовых групп. Или роты команды. Задача очистить город. От боевиков. Очистить полностью. Пока. А понятно. Пока не получается. Сейчас идем. Сейчас на месте. Потери большие у тебя? Что? Потери у тебя большие? Я в резерве пока нахожусь. Потому что люди у нас... Убитые раненые едут. Ну я знаю, вот фельдшер Оля с первого бата. Юля. Убита. Она пыталась вытащить кого-то, и ее убили. Была ранена в руку. И уже с простыней на груди все равно утащил за собой. Значит, там спрайтер. И вытащил его, кстати. Спрайтер добивает раненый. Спрайтер. Понятно. Профессионал. Ясно. А что продолжать? Это у меня уже крайний рейд. Два крайних рейда было в Горове. А это крайний рейд.
город, значит, штурмовой уже взяли. Что значит крайний рейд? Проясни. А у нас не говорят последний, у нас говорят только крайний. Понятно. Сначала был крайний город, горы вытаскивали наш один еще рейд отрядный. Под Екатерином постояли ни о чем, потом второй раз. Пришли грузиться, смотрим, вот горы стоят. Ну, думаем. Поехали домой. Конец. Все чемоданы на строительстве. Тут на тебе крайний штурмовой отряд. Все крайний, крайний, крайний. Я говорю, без потерь дойдет. Как он вчера сказал. Я говорю, Вася за вами приеду. В первом батальоне потерял. Там трудно сосчитать. Вот второй рот остался, одна треть. Одна треть? Сожгли. От второй? Сожгли. От второй рот остался, одна треть. От второй рота? От второй рота. Там два, три, ранен. Командир батареи с дивизиона тяжело ранен. Токсин неизвестно где. Токсин? У нас 5 коробочек пропало, мы тоже не знаем, с нашей группы уже. Где они, хрен его знает. Остались на нас парашютистами, когда в город ночь ходили. В трамвайном парке, и все, мне сейчас связь поменяли, что-то тут. И ни их, ни... Приходят уже. 200 люди. Просто люди вот сейчас, которые люди с нами, они ни разу в городе никто не воевал. Понятно. Они не привыкли в корабле. Ну я... Понял? Работает, товарищ. Понятно. Репа хватит стрелять. Сколько мы здесь продержимся, не знаю. Пока второй раз пытаемся прорваться, второй раз пытаемся прорваться. Пока результатов нет. Понятно. Ладно, хорошо, дальше пойдем. Сейчас она ПК срывается. А из чего подбил-то? С мухи. С мухи, понятно. С мухи или осы. Что-то... Это вот там за дымом балкончик есть, да? Да, да. С аркой. Да, вот с аркой, там типа стоек еще, балки стоят, держат. Понятно. Вот слева окно, вот с этого окна. Надо было завалить его. Что? А ты его не можешь завалить, что ли? Снайпер. Я-то его не заметил, вон заметил. Я его заметил, я как раз на тот, он на 16 этажный там смотрел. А, вот арка, вижу, блин. Вот эта арка, да? Да, и слева окошко вот этого окна. Слева? Да. Разбитое окно? Да, да, да. Засранец. То есть в этом доме? А по крыше тоже перебегают, да? Да по крыше ну, они видно бегают, это... видно. Птицы взлетают. Так, иногда пролетнёт башка. Ну, ясно. Значит, в этом доме сидят. Бордюр верхний снимать танковый. Конечно. Бреши сделать. Понятно. Ну мы им так и сказали, просто пускай ждут решения, когда и все. Да это другие совсем. Ты еще вывели наши разведчики. Разведчики вывели, да? Да, да, разведчики вывели их. Это третий батальон, это первый батальон. А там дорога широкая, но сразу из брюдня выскочили первые. Они даже сыне наши не бегают, выскочили, и там тык-тык-тык, с подствольем.